Башкан Гагаузии Ирина Влах призвала политические силы Республики Молдова сконцентрироваться на решении проблем страны. Об этом она заявила, комментируя итоги выборов президента. Башкан подчеркнула, что жители Гагаузии заинтересованы в модернизации республики и готовы активно участвовать в этих процессах. В этом контексте глава Гагаузии обратилась к политическим силам Молдовы с призывом учитывать интересы жителей автономии. «Призываю все политические партии и всех политических лидеров учитывать высокий уровень нашей социальной активности и всегда находить время, чтобы представлять нам свои программы и убеждать нас, что вы в состоянии их выполнить», – сказала Башкан. Ирина Влах также поблагодарила всех граждан, участвовавших в организации и проведении выборов в Гагаузии, отметив, что благодаря им получена возможность сделать свой выбор и сказать свое мнение.